даже не основным составом, конечно, это клубы просто... стартовым составом. Здесь первая фамилия и сразу же, что называется, успех. Люка Зидан, сын права, Гаррет Бейл 11 и Карим Бензема номер 9. Главный тренер Зинедин Зидан. Героем, если можно сказать, из всех героев, которых мы видим. Сейчас рукопожатие, приветствие команд Уэска, Реала и Уэски. С секунды на секунду прозвучит свисток. Вот и он. И можно смотреть за тем, как могли бы в ней участвовать. Прежде всего, если говорить о мадридском Реале. Вот смотрите, какой хороший навес сейчас Гаррет Бейл. Начо. Вроде бы мяч отобрал, но затем позицию уступил. Удар поворотом. Вы посмотрите, как начинает. Здесь неожиданный корпус в ответ. И перетерял место в стартовом составе. Сейчас мы еще раз посмотрим. Уэски, который... уступил его Энрику Гальего, который начал... Ну, а мы будем смотреть. Подача в штрафную. В общую группу и на поле, соответственно. Тело, есть подключение от Иско. В штрафную не подстраивается. Пески, Демиан Муста на этот раз отбирает мяч у Бейла. Передача в штраф... Маркус Льоренте... Теперь в штрафную. Снова там спешится. Марсело. Ух, какой момент мог возникнуть. Справа Адриасоло открывается, но он в разрез делает передачу на Диаса. Адриасоло прорывается к лицевой прострел. А по середину проходит. Какая передача. Адриасоло в штрафной. Здорово борется за мяч. Будет ли удар? С бегами очень хорошо. И вот Брахим Диас сейчас будет натягивать. Не очень точная передача. Мяч в ворота перевести здесь. Песинг про такой яркой фразой отметился. Сказал, какая передача в штрафную. Чимми Авил оставляет. Очень хорошая трехходовка. И рвется, пьет Карим Бензема. Передача налево. Ему здорово отыгрывает сейчас. Брахим Диас, будет ли добивание? Кто-нибудь должен, кто-нибудь. И точки пытается до мяча доползти уже Карим Бензема, лишь бы только его туда отправить. Здесь великолепный сейф. Он и не смог дотянуться до мяча, даже сейчас прихрамше, чем в прошлом, больше, чем позапрошлом. Еще 10 туров играть. Чем ответит Уэска? Подключение Галана. Попытка мешает бонусу. Микрофон телевизионный, нужно его отодвинуть. Играл назад, а теперь уже передача налево. Галану тяжело туда. Одной Гаррет Бейл, Брахим Диас, Бензема туда побежал, иначе тоже. А подача не удалась. Который, кстати, того, из-под того же Ичейты до последнего Реали окажется. Ну а пока угловой. Угловой Уэски. Хороший момент может от Чимми Авил. И Зидан сейчас штрафной. Гаррет Бейл. Еще один специалист по скорости. Вальверде, Сибалис и так далее, так далее. Хороший отбор сейчас демонстрирует Уэска в своей штрафной. Остается мяч Мои Гомесу. Тот сразу же выполняет передачу на Кучо. И другой. Это не так-то просто, но вроде бы развернулся Хави Галан. Подача. Идет Уэска, заканчивает тайм в атаке. Подача. Ой-ой-ой, почему-то никого здесь нет. Цело будет ли подача, попытка есть. Коп здорово разворачивается, Брахим Диас. Посмотрите вокруг собственной оси. В историческом матче на Сантьяго Бернабеу Уэска. И так, если бы играл мадридский Реал. Но Уэски хорошая сейчас получилась атака. А что там было? Все-таки оказался на газоне. Вот этот вот. Сегодняшнего матча Михаил Миломец. Смотрим за тем, как Гаррет Бейл бьет поворот. Вряд ли. Да, и пытается Галан от него убежать, и убегает Галан. Но Йоренте все-таки... Забегание Йоренте. Так, у Уэски получится. Эррера уже в штрафной получает мяч. Передача на дальнюю. И чей-то нам пытаются показать, потому что именно Ору паузу играет на коротке с Бейлом. Забегание стартует под передачу. Прострел. Какой хороший пас Авила. За ним следом. Уэски действительно выглядит очень-очень неплохо. Подача. Выигрывает верховое единоборство. Наверное, должно было произойти. Бейл вырезает с левой ноги.
и туда. Гол забивает мадридская команда, но забивает, по-моему, все-таки не Карим Бенцема. Уэска пытается атаковать, передача в штрафную и пропустить вот здесь. Половину сегодняшнего эфира, особенно если бы... Как здорово разбирается Карим Бензема с одним защитником, со вторым. Передача в штрафную. Глаза. Желтая карточка. Абсолютно заслуженная. Ну, в общем, прекрасная история. Сейчас подача. Здесь Зидан добирается до мяча. И... Ну, а здесь как-то все оказались позади, впереди. Минута идет. И вперед также идет Уэска. Правда, сейчас передача. Снова Карим. Розыгрыш с Васкисом, там забегание, Адриасолы. Галан, о, Гомес, навес и... Вот это да! Что творит Уэска? И отправляет мяч в ближний угол ворот, в ближний угол ворот мадридского Реала. Что творится? Хороший забег от Адриасолы, прострел Санта-Мария спас. И Адриасола прострел. Так, вот там Аньор как раз сейчас на свое собственное состояние пошел стандарт. Навес в штрафную. Бубел сейчас до мяча не добрался. Там сзади было два игрока. Удар! Мадридского Реала. И шестерка Уэски подает на ближнюю штангу. Сейчас начинается, наверное, самое интересное. Штрафной делает передачу. Мариано Диас убирает под правую. Нужно кому-то. На заднем плане. В центре внимания сейчас. Ух, момент. Снова вырезает падение Рамоса. Мяч. Защитником и можно пробить. Вот он, оп. И еще очень важную роль сыграл здесь Марс.